В столице Ливана растут мусорные горы. Городская администрация не справляется с утилизацией отходов. Жители Бейрута протестуют против бездействия правительства. Правда, пока это безрезультатно. В парламенте в это время слишком заняты борьбой за власть. Власти Бейрута не могут справиться с вывозом мусора. С каждым днем город все больше напоминает огромную свалку. Жители столицы в ярости и говорят, что их терпение на исходе. Я в шоке от увиденного. Куда ни глянь, везде помойка. Это уже не свалки, это просто горы мусора. Не говоря уже о запахе. Они должны предпринять хоть какие-то меры, потому что иначе начнутся эпидемии. У нас что, болезней мало? По словам министра по делам экологии, этот кризис – результат политической борьбы в стране. Премьер-министр грозится уйти в отставку, а жители Бейрута тщетно пытаются добиться от властей хоть какой-то помощи. Туристы также не в восторге от происходящего. Страна очень красивая, но этот кризис с мусором очень огорчает. Увидев такое, возвращаться сюда не хочется. В Ливане в последние годы крайне слабое правительство. Положение еще больше усугубилось, когда в соседней Сирии началась война. Кресло президента пустует уже более года. А избранный 6 лет назад парламент продлил свои полномочия до 2017 года из-за нестабильности в стране. Марина Шповалова, Диана Алишева, Ернат Кашкынов, 24 KZ.